Ну вот, ты научился играть в шахматы. Да, но я иногда забываю. Для этого надо играть, надо практиковаться, изучать ходы. Да, как в школе, только интересно. Да, как в школе. Завтра я спрошу, как ты усвоил урок. Ты останешься? Нет, Матео, уже поздно. Стемнело, а я оставил инструменты в саду. Хорошо. Я пойду с вами. Бедняга. Он скучает без Яго. Это понятно. Скучать придется долго. Яго посадят на много лет. Вы останетесь? Да, конечно. Я хотела с тобой поговорить. Огонек. Да. У меня к вам просьба. И простите меня. За что? За тот случай, когда я назвала вас вором. А теперь я вижу, что вы очень порядочный человек. Простите меня, пожалуйста. А теперь мы с тобой поговорим. Знаешь, что сделал великан? Нет. Что? Схватил мышонка когтями, хотел разорвать. Но он забыл, что мышонок знает карате. Мышонок отправил его в нокаут и выиграл. Нокаут? Это же из бокса. Я не сказала, что мышонок учился карате у бывшего боксера. А потом? Мышонок освободил короля щекотки. И что же? Что? Король щекотки медленно подошел к великану, схватил его вот так и начал его щекотать. Сдаюсь, сдаюсь! Именно так поступил великан. Он сдался. И все были счастливы? И все были счастливы. Похоже, вам весело. Привет, папа. Привет, сынок. Она не стала играть в шахматы, но рассказала очень интересную сказку. Я вижу. Никогда не слышал, чтобы ты так смеялся. Да, мы с ним повеселились. А вы завтра придете? Если ты хочешь, она придет. Вы придете? Придешь?